Болезни сердца – одно из основных и самых сложных направлений медицины. Лечение пациентов с таким диагнозом требует максимальной внимательности и точности. Для людей, которые столкнулись со сложными нарушениями ритма сердца и которым необходимо высокотехнологичное лечение, в Мурманской областной больнице имени Баяндина работает новое отделение. Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции недавно заработало в областной больнице имени Баяндина. Оно рассчитано на 15 коек. Планируется, что в год врачи смогут принять порядка 800 человек. Пациенты сюда попадают как экстренно, так и планово. По словам заведующего, очередь небольшая, кроме людей с мерцательной аритмией. Таким больным приходится ожидать госпитализации около полугода. Нарушение ритма сердца – это одна из самых частых заболеваний, которые страдают люди. То есть самое частое это из них это мерцательная аритмия. То есть до 3% людей и с каждым годом происходит увеличение, страдают этим нарушением ритма. А приводит это все к образованию тромбов внутри сердца, к инфарктам, к инсультам и сердечной недостаточности. Операции проводятся малоинвазивным эндоваскулярным вмешательством, то есть без разрезов. И уже через пару дней пациента выписывают. Больным либо ставят стимуляторы, либо делают прижигание. При нарушениях ритма импульс в сердце бежит куда он хочет. Мы своими прижиганиями строим ему заборы, чтобы он бежал только в том направлении, куда мы хотим. А когда мы сделали прижигание, образуется рубец. Через рубец ток уже пройти не может. Вот таким образом, строя ему лабиринт, мы направляем его туда, куда нужно, чтобы он бежал. 70-летний Борис Трофимов из Апатитов в этом отделении оказался после реанимации. По словам мужчины, ранее проблем с сердцем у него не было. Но в этом году он начал падать в обмороки. После одного из таких приступов жена с дочкой вызвали скорую. И северянина госпитализировали. Оказалось, ему необходим кардиостимулятор. Я приехал сюда и буквально через час меня... Шли за мной, везли и делали в течение часа операцию. Угу. Через час после приезда, в течение часа операции, и все. Сшили сюда кардиостимулятор. Ну, теперь, наверное, надо будет все это дело еще долго ходить, проверяться, снимать швы. Ну, они практически в нормальном положении не работают, эти батареи. Когда что-то начинается, там аритмия, пульс это, снижается. Сердце не так начинает работать, вот тогда она включается, помогает. Кардиостимулятор – это батарейка с двумя проводками. При нормальном сердцебиении он не работает, но когда начинается аритмия, он включается и помогает восстановить ритм сердца. Теперь мужчина может быть спокоен за свое здоровье. Главное – соблюдать рекомендации врачей.